Экстраба, меня зовут Ликей, вы смотрите канал Дай 5 и шоу По Факту. Мы постоянно пользуемся услугами различных компаний и брендов, которые везде пытаются нас окружить своей рекламой и эмблемами. Многие корпорации в своих логотипах используют скрытые смыслы и символы для тех или иных целей. И о 10 таких лого я сегодня расскажу. Лего, 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 лего! По факту. Для тех, кто не знает, Tour de France — это ежегодные велосипедные гонки, крупнейшие в Европе. Даже если вы не слышали об этих соревнованиях, вы можете легко догадаться, что к чему, просто взглянув на логотип. Видите? Вроде в обычной надписи можно увидеть человека, едущего на велосипеде. Буква О и желтый круг, похожий на солнце — это колеса. У — сиденье. Ну и буква Р — никто иной, как велосипедист. Уверен, среди сегодняшних зрителей найдется немало любителей мороженого, а значит и любителей Баскин-Роббинс, одного из главных брендов по производству этих сладостей. Но замечали ли вы что-то необычное в логотипе бренда? Присмотритесь. Да, заглавные буквы компании заодно показывают и число 31. Оно, в свою очередь, объясняет, сколько всего видов мороженого можно приобрести в любом ларьке. Но время шло, и Баскин-Роббинс, естественно, пришлось разнообразить ассортимент. Сейчас вкусов гораздо больше, но уже известный логотип бренда остался. Vaio — это бренд персональных компьютеров и ноутбуков, который до 2014 года принадлежал Sony. С 2008 года аббревиатура название компании трактуется как Visual Audio Intelligence Organizer. Но это не единственный скрытый смысл в логотипе. Давайте разделим эмблему пополам. Первые две буквы выглядят как волна, затем буква И и О воспринимаются как цифры 1 и 0. За такой стильный и в то же время смысловой дизайн лого отвечал Teiyu Goto. Один из самых известных брендов в мире — это, конечно, Coca-Cola. С логотипом этой компании не все так однозначно. Присмотритесь, вместо между буквами О и Л флаг какого государства вы видите? Правильно, Дании. Нет точной информации касательно этого. Некоторые говорят, что флаг получился случайно, другие, что его решили замаскировать в логотипе, потому что Дания является одной из счастливейших стран мира. В любом случае, компания дает себе отчет в том, что в лого можно увидеть флаг, ведь во время кампании в Дании Кола использовала это полным ходом. Многие что-то приобретали в таком интернет-сервисе, как Amazon, а если и нет, то точно о нем слышали. Ничего суперсекретного логотип себе не несет, но все же кое-что объяснить можно. Оранжевая стрела снизу максимально пытается напомнить улыбку. Дизайнеры хотели, чтобы пользователи оставались довольными на подсознательном уровне. Эта стрела не просто так начинается от буквы А и заканчивается на Z, ведь эти буквы первые и последние в английском алфавите. Таким образом, компания показала, что в их ассортименте вы можете найти абсолютно все. На прилавках многих магазинов можно встретить не самый дешевый, но очень вкусный шоколад Toblerone. Компания официально была создана в 1909 году в швейцарской столице Берне. Логотип Toblerone тоже несет в себе кое-что скрытое, несмотря на то, что по сути в лого присутствует только гора, характерная для Швейцарии. Если приглядеться в скалу, то можно увидеть силуэт медведя, стоящего на задних лапах. Все потому, что Берн нередко называют городом медведей, и шоколадная компания решила не обходить этот факт стороной. С развитием различных интернет-магазинов развивались и логистические компании, и одной из самых крупных является миллиардный бренд Federal Express, который принят называть FedEx. Посмотрите на эмблему компании, на первый взгляд все предельно просто, но если приглядеться внимательнее, то можно увидеть, что пустое место между буквами E и X образует стрелку. По словам дизайнера логотипа Линдона Лидера, эта стрелка у людей должна вызывать ассоциацию с быстрой скоростью доставки, опять же на подсознательном уровне. Уже несколько десятков лет логотип Pepsi Cola представляет собой шар, выкрашенный исключительно в цвета американского флага. Относительно недавно лого было слегка подкорректировано, и как отчитались дизайнеры, теперь оно связано с теорией относительности, фэншуем, магнитным полем Земли и еще много чем. Но это не все. Попробуйте поднести банку Пепси к зеркалу и прочитать название бренда. Получится «Is Dead». Случайность это или нет, остается только догадываться. До сих пор очень успешным брендом в сфере электротехники является южнокорейская компания LG. Мы так много раз видели этот логотип, что уже и не замечаем никаких тонкостей знака, а они есть. Компания попыталась трансформировать лицо улыбающегося человека. Таким образом, компания заочно выстраивает дружеские отношения с каждым. Посмотрите, как легко эмблема бренда превращается в лицо, которое часто сравнивают с легендарным героем Пэкманом. И правда, сходство есть. В сфере быстрого питания ни одна компания не может на равных конкурировать с Макдональдс. Кто знает, возможно, это благодаря его логотипу. Легче всего предположить, что лого бренда — это просто первая буква названия, имеющая золотистый цвет и характерный шрифт. Не совсем. По известному психоаналитику Фрейду, этот знак вызывает у людей ассоциации с кормящей женской грудью и неосознанное влечение. Будьте осторожны, ведь помимо запаха можно попасться и на логотип, даже если он представляет собой всего лишь букву.
Я буду рад, как внимательный человек, на которого никак не могут повлиять логотипы брендов, если ты подпишешься на канал. А также предлагаю посмотреть тебе новый выпуск мыслей, о которых ты никогда не догадывался, и 10 повседневных вещей, которые ты делаешь неправильно.